Ну что же, ребятушки, всем приветики. Значит, что у нас тема? Тема сегодняшнего видео — самый популярный запрос. А можно ли открыть Etsy из Украины, находясь в Украине и имея в Украине все там данные и так далее, на данный момент сейчас? Так? Нет, нельзя. Многие, я знаю, почему задают этот вопрос, потому что у нас открыли PayPal, все такие: ура, PayPal, PayPal пришел в Украину, счастье небесное. Но забывают о том, что Etsy уже больше года или практически год отказался от работы с PayPal, и сейчас он регистрирует магазины только если есть возможность использовать систему платежную Etsy Payments. То бишь, если страна не поддерживает платежную систему Etsy Payments, регистрация невозможна. Невозможно, все. То, что у нас есть PayPal, это прекрасно. И PayPal не работает в полном функциональном режиме, как для других стран. Он работает от личного к личному. А уже Etsy магазин, это уже, если бы даже работал Etsy, да, именно работал PayPal, Украина, эти и так далее, то все равно это невозможно, потому что магазин — это бизнес, это никак не личный счет. Поэтому вот так вот, ребятушки, если ваша страна, где вы проживаете, где вы зарегистрированы, где вы имеете документ, не имеет платежи, не поддерживает платежную систему Etsy Payment, так, Украина не входит в список этих стран. Это вы можете посмотреть, когда вы пытаетесь зарегистрироваться. Страны, которые могут зарегистрироваться. Есть перечень стран. Все. Есть вариант. Есть реально вариант. Очень хороший вариант. Это для тех, кто выехал за границу. Кто сейчас находится в эмиграции. Да, кто находится под защитой временной. Есть такие вот сейчас эти все документики. Вот, вы, допустим, приехали в Польшу, приехали в Данию, вам дают документы, вам дают счет лицевой в банке, временное место проживания, и здесь уже вы можете воспользоваться шансом, да, и на свой счет, который именно европейский или другого государства, который поддерживает Etsy Payments, вы можете зарегистрировать свой Etsy магазин. Вот. Как мне объяснила Лада Халашо, огромное ей огромное спасибо. Привет, Лада. Спасибо, что помогаешь. При том, что я вообще отчаялась что-либо делать, да, в этом плане. Но Лада написала, что если есть счет в банке, неважно, это карта или не карта, есть счет в банке, можно открывать смело из европейского государства и вести Etsy магазин, ну, допустим, сделать еще один магазин на уже европейский банковский счет. Банковский счет, он не аннулируется, он есть всегда, только карточку по истечению там какого-то времени нужно будет перевыпускать. Ну, там, мне карта на 3 года дана, поэтому я думаю, что 3 года это срок достаточно большой. Там посмотрим, как что будет. Вот так вот. Вот и все. Вот вам ответ на мой вопрос. Значит, реально, хочу вам сказать, что, конечно, это могло бы случиться и в Украине, но сейчас случилось то, что случилось. Меня укусил клещ, который, именно тот, который нужен. Он ждал меня, наверное, столько времени. Короче, меня укусил клещ, который переносит эту заразу, и я уже в какой-то момент, когда мне казалось, что все налаживается, вот сейчас, получается, я сейчас лечусь, принимаю антибиотики, потому что у меня вот эта вот хрень обнаружилась, у меня пошло раздражение, короче, такая хрень. Короче, ничего интересного, хорошего, но, тем не менее, начала тут, опять же, подтормаживать. Вот, ну, я надеюсь, что все обойдется, и медикаменты, которые мне прописали, они справятся с этим, и я, все будет у меня окей. Вот, и вот так вот, ребята, если вы находитесь в эмиграции, если у вас есть банковский счет европейского государства, или Соединенные Штаты, или Канада, вы смело можете открывать там, находясь под временной защитой, на, ну, скажем так, даже на максимум на 3 года, да, на 3 года,
номер счета у вас, ну не то что номер счета есть, он к вам привязан, он все окей. То есть на 3 года у вас есть карточка, вы можете пользоваться. Что будет дальше, я не знаю. То есть тут уже не надо на меня сваливать эту ответственность. Я вам даю информацию, вы решайте сами. Будете вы регистрировать, не будете регистрировать, находясь за границей, да? Будете пользоваться таким моментом или нет? Но, допустим, вот есть девочки, которые пишут, что да, можно, да, регистрируем, да, делаем, и все нормально, все работает. Но из Украины, так как Украины, у Украины на данный момент, то, что я имею эту информацию, нет Etsy Payments, системы платежной, зарегистрироваться из Украины, имея украинский паспорт, невозможно. Все, точка. Вот такая вот ситуация. Да. Ну что ж поделать, что ж поделать. Жизнь такая. Ой, птицы пугаются меня. Ну что делать? Ну жизнь такая. Ну так получается, что да, нужно как-то ухищряться, где-то в других местах искать варианты. Насчет посредников не знаю. Знаю, что многие посредники вообще как бы именно с этой системой платежной. Эти payments, они не связываются, работают только через PayPal когда-то давно, да. Вот. Ну и также сейчас, опять же, хочу повториться, что PayPal, он открыт только для личных переводов. Никак не для бизнеса, никак не для продажи. Ну, то, что было в последние... Последнее, что я читала, видела информационное поле какое. То есть наш посредник как работал, так и работает. Все. Ну, если будут вопросы, задавайте. Буду отвечать по мере возможности, как будет получаться. А на этом будем прощаться. Прекрасного вам настроения, хорошего дня. До новых встреч. Пока-пока.